Всем привет, это Drunk Medusa. Обзор игры Forgive Me Father, Прости меня, отец. Настроечки. А, здесь я уже все настроил. Да. Ну что, выбираем новую игру. Посмотрим, что это за... He asked for your help. He asked for your arrival. Chaotic contents of the letter. Missing people, panic, strange voices. Cousin Louis' request for help could not remain unanswered. You set off for your hometown without hesitation. To the town of Pestisville. You got there soon enough. You noticed that the locals were quick to leave this place. You felt observed. This is where you were supposed to meet your cousin. However, the room was empty. While searching for information on your cousin's whereabouts, you heard a strange sound of footsteps in the corridor. After a while, there was a knock on the door. Так. Графика рисованная. Такой типа комикса. Лицо как в Думе в левом нижнем углу. Прикольно. Дорогой мистер Мартин, в сложившихся обстоятельствах мне пришлось предпринять решительные меры. К счастью, в результате старый Мерфи заговорил. Нам нужна еще одна ваша консультация, чтобы разобрать его болтовню. Пожалуйста, как можно быстрее приходите в больницу. Шериф уже в курсе дела, доктор Салливан. Луис, дядя, если меня не будет, ты знаешь, где меня искать. Ой, что-то она шустрая больно. Каменный обелиск, записка, 6, Снайфедльсбайр, Исландия. Я извиняюсь, такие слова, наверное, читать вряд ли буду. Деревянное ожерелье, записка, 9 век, Лафатен. Рукоять ритуального кинжала, записка, 13 век до нашей эры, Лагаш, Вавилон. Так, пробуждение, врата, возвращение, новый день. Дорогой Луис, я попытался что-то выяснить о том символе, который тебя заинтересовал. Ты должен приехать ко мне в Providence и посмотреть все материалы, которые мне удалось собрать. Они вызвали настоящий фурор у моих коллег. Прямо сейчас я могу сказать, что этот символ – магическая руна, более древняя, чем наша цивилизация. Профессор Джонс, Археологический институт Providence. По скриптум. Надеюсь, что ты, Энн, и ваши дети в добром здравии. Fallen aces? Dormants. Who are they? Dormants. Ладно. Так. Вот эти слова «история» пропали. Они как бы зафиксировали, что я их прочитал. А здесь я что-то должен, может быть, активность какая-то должна быть, нет?
Нет, ну ладно. Луис Мартин, антиквар, Массачусетс, Пестисвилл, Марун Стрит 34. Это визиточка. Ну что, берем пестик. Вы нашли пестик. Чтобы стрелять, нажмите Left Mouse. Вы можете менять оружие, используя колесико или клавиши с цифрами. Для большинства видов оружия нужны боеприпасы, так что цельтесь точнее. Dubious cases need firm methods. Так, 40 патронов. Что значит самый правый нижний угол? 0, не знаю. 200 это, судя по всему, в левом нижнем углу ХП. 0 это, предположительно, броня. Уровень, это, соответственно, уровень персонажа. Что-то мне это напоминает. А, ну да, Doom. В правом нижнем углу экрана находится индикатор безумия. Понял. Его уровень повышается, когда вы убиваете врагов и пьете алкоголь в игре. Чем выше уровень безумия, тем больше урона вы наносите, и тем меньше урона вам наносят враги. Прекрасно. Враги ничего не оставляют. Все, я понял. Короче, в стиле Дума игра. Только немножко улучшенная графика, да, вот по сравнению. Ну, тут пикселей нет, тут вот кинематографическая зернистость есть. Так, это, конечно же, взрывоопасно. Лутать пока нечего. Who the hell were they? They didn't look like normal thugs. Так, перезарядки здесь нет. Скдыщ. Так. Истории о глубинах, том 1. Легенды, от которых в жилах моряка вскипает кровь. Огонь и вода, охотник на русалок, унесенный волной, морской владыка. Зачем мне это знать? Story, but it's not my thing. Пацироны. Мы нанимаем рыбаков для работы на кораблях в заливе Мэн в весенне-летний период. $4 за каждый выход. Иностранцам предоставляется жилье. Набор проходит до 17 марта на причале Пестисвилла. Так. Ты какой живучий. По привычке R нажимаю. Перезарядка. Бум. Ой, ёп. Так, а что, в мешках-то, в коробках в этих что-нибудь есть? Ничего нет. История. Пестисвильское чудовище снова напало. Мэр Махоуни, преподобный Уайлдшир и еще 15 горожан пропали за последние недели в округе Халфлингс. Шериф до сих пор не назвал подозреваемых по этому делу, а тем временем жертвами таинственного убийцы стали новые люди. Местные жители полагают, что пестисвильское чудовище поселилось в лесу неподалеку от и охотится на людей, а также на крупный рогатый скот. Оно похоже на трехголового дракона или на морского льва. Показания свидетелей сильно расходятся. Кто раскроет эту тайну? Ну кто? Скажите, как его зовут? Так. Офигел, что ли, внезапно появляться?
А, меня даже кто-то укусить, да, успел. О, они еще и это, недолго живут-то. Плюсики всякие там. О, я здесь был. А, ну да, я взял ключ, да? И, видимо, в эту дверь мне теперь. After what I saw here, I'll need a little backup. Так. У меня теперь ключ от красной двери и ключ от синей двери. Это еще что за укурок? Иди за спиной. Нажми Е, быстрое сохранение. Удерживай меню сохранения. Не совсем понятно. Так, на всякий случай. Так. Какие-то бабенки. Бенджамин Махони, Чарльз Максвелл и Энтони Каминский, Томас Джефферсон, преподобный Уайлдшир. Так, нафиг мне это знать. О, он с запасной башкой был. Ой, ёп. Ну, конечно. В каком-то доме какая-то лава течет. Ну, нормальное дело. I think he sniffed something out. Вот по-любому подстава. Легкий выход наружу. Ну, легкий выход. Наверняка там самая жопа будет. Как вам моя гаубица ручная? Так. Что за психоделика? Я ж говорил, тут засада. Ай, блин. Дайте пройти в сухую битву.
Люсик был. У меня 4 хп. Вы посмотрите на мое лицо. Я негодую. А там ведь, наверное, еще... I had to get poisoned. In this kind of place, it's quite easy. А, фонарик, я думал, это микрофон. Вы только что подобрали фонарь. Использование фонаря ваш первый навык. Так, я сейчас проверю, игра-то записывается. Да. Ну что такое? Так. Использование фонаря ваш первый навык. Чтобы ориентироваться в темноте, зажгите фонарь, нажав и удерживая right mouse. Вы помните. Но помните, вы не можете освещать себе путь, если у вас в руках оружие. Ах вы хитрые жопы. Нифига себе. Какая подстава. Так, пистолета у меня по-прежнему нет. Какая-то. А я вообще ничего больше выбрать не могу. Все, патроны закончились. Хардкор. Вроде же ничего опасного, конец уровня. Так. Нихера себе. Так, я понял. Что ты патроны не берешь? Всего 18, что ли? I think he sniffed something out. Ты подкралась. Так, ну что? Они бы за хедшот, хоть бы из них патроны бы выпадали. Поехали. Ех, порешил. Нет, не порешил. Так, ладно. Сюда я пока больше не пойду. Смысла нет. Я даже не замечаю, как они мне урон наносят. I think he sniffed something out. Thank you.
Так, всего убито. Ну да, уничтоженные бочки. А что они дают? Разблокировано секретов. Разблокированный сюжет. Время на уровне 12 минут. Завершено. Так, и дальше что? Please, manners. Ты чё? What's waiting for me outside? The best way to reach the hospital is by the docks. Ага, по пристани. Хорошо. Так. Ну что? Сука. What? Ух ты. These monsters are barrels too? Дайте патроны. I wonder what's hiding in that mysterious fog. Новый уровень. Доступные очки улучшения. А что я могу улучшить? Ну-ка, ну-ка. О! Слабая, но надежная пушка без каких-либо прибамбасов. Позволяет делать прицельные выстрелы. Особенно хорошо стреляет по головам. Хорошо. Две пушки. Так. Более крупный, тяжелый и острый нож для толстокожих врагов. Более современное оружие для стремительных стрелков точно бьет даже на дальней дистанции. Немного уменьшенный урон от каждого выстрела. Увеличенная скорость, точность. Это что? Более дорогая и прочная пушка, которая не взорвется, если вы стреляете чаще, чем рекомендован. Мне гатлинг нужен. Пушка, в которую вселилось существо неизвестного чего-то там. Вот, да, вот здесь вот где-то пулеметы будут. Что-нибудь такое скорострельное. Так, фонарик. Этот что? Вы видите лучше и дальше, благодаря усовершенствованному фонарю. Вы получаете больше опыта за убитых врагов, со временем это окупится. Доступные очки. 5. Ой, 1. 5 из 1200 это... Мне 1200 очков надо набрать, да? Чтобы получить окно раз... Ой, очко развития. Может, пока ничего не тратить или нож улучшить? Можно метать? Или два пестика взять? А, нет. Сниженная точность. Блин, я даже не знаю. Ну, вот этот, наверное. Ну что ж. Сумка с патронами, вот что мне надо. Как бы неплохо скорость перезарядки. Да блин.
Так, а вот эта будка телефонная. Хоть бы аптечку оставил. Что-то достаточно хардкорная игрушка-то. Или они бы хоть плюсиков в бочки запихивали больше. What's so special about this rock? Вот именно, что в нем такого? Lately, there had to be fresh delivery from the south. Эта штука взорвется или нет? Нет. Вроде ж ничего опасного нету, да? Да, блядь, вот с этими, конечно, которые пуляют. Это осьминоги.
And I promise, I'll find Louis alive. Hopefully, in the town, I'll find someone who I can talk to. Я всех убил тут. Секретов не нашел. Надо посмотреть, как секреты тут определяются. Как-то же они. Либо, ну, в принципе, может быть, просто по стене надо стрелять. Собирайтесь вместе и прославляйте повелителя вечности. Все понятно. Вы только что взяли травку, очередной навык. Покурив ее, вы получаете волшебный меч. Очень интересно. Каждый удар мечом будет исцелять раны и наносить огромный урон. Пока идет бойня, уровень боли будет снижен. Этот навык также расходует очки, которые вы получаете с помощью безумия. Число рядом со значком навыка означает, сколько раз им можно воспользоваться. Каждый навык, который расходует очки, имеет ограниченное число применений. Но не бойтесь их использовать, они восстановятся, когда повысится уровень безумия. Навык связывается с кнопкой, на которой изображен символ навыка. Что? Так, Q. Ну, допустим. Ах ты, пес. Идите нафиг. Да блять. Стина, я его не увидел. Дайте плюсик. Блять, козел.
Ладно, знакомство с игрой состоялось. Ну, не знаю, такая интересная игра. Наверное, будет еще. Спасибо за просмотр. До следующего видео. Пока-пока.